Всем привет! Хочу поделиться, как я сделал подвал. Вот баня, стенка бани, за задней стенкой сделал такой подвальчик. Здесь у меня сходятся все трубы, вот вода, и отсюда уже разводка пойдет на все потребители, на дом, на баню, на гараж. И выкопал я 2 на 2 метра вот такой подвал. 1,50 м глубина. Забетонировал по кругу, пенопласт вставил, видно, снаружи. И нужно сделать перекрытие. Нашлись в хозяйстве вот такие швеллера строительные. 250 на 60. И ребра еще так загнуты вовнутрь. Вот я их положил. Скажем так, 2,1 кусок, потому что здесь будет люк. Вот это мы сделаем, выварим еще. Немножко плохо видно, солнце светит. Вот снизу доску вот это на вот эти промежутки бахнем, зальем бетоном 12 сантиметров, ну еще армируем, конечно. Такой подвал получится, 2 на 2 метра, 1,5 метра в глубину. Покажем потом, как будет выглядеть после заливки. Ставьте лайки, комментируйте, подсказывайте. Может, что-то не так делаю. Такая штука.